кто такой Давид Двинский. Давид Двинский был мусульманином, служа в арабской армии в Армении. Однако после тесного общения с христианами у него постепенно зародилось желание стать христианином. Он поделился этой мыслью с князем Григором Мамиконяном, который поддержал его решение и представил его католикосу Анастасу. Патриарх лично крестил его в недавно построенной церкви католикосат в Аруче. Григор Мамиконян стал его крестным отцом и дал ему новое имя – Давид в честь своего отца. После этого Давид поженился и ему выделили деревню для проживания и пропитания. В дальнейшем Давид переехал в Двин, где прожил более 30 лет как праведный христианин, за что его стали называть Давидом Двинским. Когда араб Абдуллах, жестокий и бессовестный правитель, стал губернатором Армении, он начал преследовать христиан. Узнав, что Давид раньше был мусульманином, он предложил ему вернуться к своей прежней вере. Однако Давид остался непоколебим в своем христианском убеждении. За это Абдуллах предсказал распять Давида, и в 701 году он был казнен в возрасте 65 лет. Давид был похоронен в церкви святого Григора в Двине. Таким образом, Давид Двинский – это святой армянской апостольской церкви, который, будучи мусульманином, принял христианство и стал мучеником и ходатайствовал за нас перед Христом. И теперь ты знаешь,